1 июля предусмотрена индексация зарплат для медиков, учителей, работников культуры и социальной сферы. Об этом в своем обращении к жителям Подмосковья рассказал губернатор Андрей Воробьев. С 1 июля мы поддержим отдельные категории работников. Это медики, соцработники и работники культуры. Мы проиндексируем зарплаты от 8 до 10%. Увеличение коснется порядка 110 тысяч человек, а уровень доплат в зависимости от позиций составит от 5 до 12 тысяч рублей плюсом. Год назад в регионе ввели доплаты учителям и директорам тех школ, которые дают высокие результаты. Теперь на территории Подмосковья меры соцподдержки вводятся руководителям, педагогам, в том числе школ искусств и мастерам 10 лучших региональных колледжей. Каждый педагог получает доплату за интенсивный труд. Помимо этого, доплату получают классные руководители. 3 года молодые специалисты поддерживаются правительством Московской области. Практика очень желаемая и желанная – это социальная ипотека для педагогов. Есть программа «Земский учитель». Все это непосредственно делает Московская область. Поэтому последние годы в Московскую область учитель идет. Преобразования внедряются в школах, а в итоге выигрывают дети, которые получают высокие базовые знания и возможность продолжить обучение в лучших вузах страны. Елена Краева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».